Приветствую всех, с вами Лилия Донскова. И в этом ролике я вам расскажу, что вас ждет в распродаже, которая начнется уже с 11 августа. Чтобы ее посмотреть, нужно зайти в личный кабинет. Нажимаем кнопочку «Войти», вводим номер консультанта, пароль, нажимаем «Войти» и оказываемся в личном кабинете. Нажимаем на кнопочку «Сильная распродажа» с 11 по 16. Проматываем немножечко вниз и нажимаем «Список продуктов, участвующих в распродаже». Нам открывается файл. И что же здесь интересно? Смотрите, распродажа начнется в 10 часов утра 11 августа и до 22 часов по московскому времени 16 августа она закончится. Какие есть тут интересные условия? Если вы из-за распродажи приобретете себе продукцию на 199 рублей, то вы сможете такой вот шикарный блеск, воздушный розовый, приобрести себе всего лишь за 199 рублей. Чем этот блеск интересен? То, что это серия Giordani Gold. Это действительно роскошный блеск, потрясающий. У меня такой есть, пользуюсь с удовольствием, очень красивый, вкусно пахнущий, такой объемный, классный блеск. Что интересного в распродаже? Давайте разберем. Сразу предупреждаю, что здесь цены указаны без скидки 20%. То есть вы смотрите на красную цену, отнимаете 20%, и это будет, соответственно, ваша дистрибьюторская цена. Кстати, из этой распродажи вы можете также показывать ее людям, вашим знакомым, раскидать ссылку, вот эту прям скопируйте сверху ссылочку, раскидайте своим знакомым, предложите им тоже поучаствовать в распродаже, чтобы они себе взяли продукцию по выгодным ценам. Итак, начнем. Первое, что у нас здесь есть, это цветная подводка для глаз с шикарным просто цветом, бирюзовым. Подойдет как кареглазам, да, девушкам и брюнеткам, и блондинкам, и кто хочет подчеркнуть свой естественный голубой, да, синий цвет глаз. То есть она настолько неординарная, что, скорее всего, ее лучше подбирать под одежду, потому что она прекрасно подчеркнет какие-то нотки в вашем гардеробе. Я могу сказать, что у нее тонкая кисточка, очень удобная. И вот эта подводка стойкая, то есть она очень хорошо держится. Ну, это игрушка антистресс, да, тоже можно побаловать себя, кому-то подарить, прекрасная цена, можно на подарки даже брать кому-то. Очень красивый шарф «Звездный час», здесь плохо его видно. Кстати, как вы можете поступать? Вы можете вот таким образом копировать код продукта. Смотрите, скопировали, открываете новую вкладку, вставляете, выбираете то, что предлагает нам с Oriflame. И вот, например, вы можете посмотреть видео, да, вы можете нажать картинки, посмотреть этот шарф в более крупном варианте, то есть чтобы увидеть его красоту. Сейчас посмотрю, где-нибудь здесь плохо видно. Просто этот шарф, он такого приятного, спокойного, глубокого синего цвета, и на нем крупные черные звезды. То есть очень, очень красивый платок, такой обалденный просто. Очень удобная вешалка для шарфов. Тоже у меня такая есть вешалка. На нее можно надеть много-много платочков, шарфиков, и их завязываете вот по этим кружочкам. И у нее съемная ручка, благодаря этому ее можно просто повесить в шкаф, как обычную вешалку. То есть вы сняли ручку, повесили, закрепили, и у вас прекрасно все шарфики висят между вашими обычными вещами. Далее, красивое кольцо «Золотой каскад» с регулируемой такой застежкой, как это называется, да, то есть можно увеличить, уменьшить, красивое колье. Про сумку Портабелла могу только сказать, что она достаточно большая, вы можете также по коду ее найти, посмотреть размеры, достаточно объемная, красивая сумка, мягкая под кожу сделана, такая, как, ну, такая свободной планировки, то есть она, у нее нет четких контуров, да, она такая сумка-мешок, очень интересно. Вот сумка Сэнди, у меня тоже такая есть, чем она мне нравится, у нее достаточно такой средний объем, она не маленькая, не клатч, и она небольшая сумка, то есть она достаточно вместительная, очень удобная сумочка, и особенно классно, у нее тут вот ремешок, который мы одеваем, он как заплетен, как косица из кожаного же, такого же качества, как сама сумка, кожаный материал. Она регулируется, ее можно сделать длиннее, короче, ее можно перекинуть через плечо, через, как говорится, наискосок одеть. То есть она настолько классная, стильная, у нее потрясающий сливовый глубокий цвет, настолько модный и классный, что я просто вот влюблена в эту сумку. А далее, что у нас здесь есть, это серьги. Вот, ультра-черный маркер.
Тоже я стала его поклонницей не так давно, совершенно это новинка весной вышла. Классный маркер, мне очень нравится. То есть можно такие стрелки рисовать и ретро, и толстые, и тонкие, какие хотите. Ну, это наши знаменитые бальзамчики. Чем они интересны, обратите внимание, здесь они цветные, то есть есть прозрачный, есть более такой насыщенный цвет, а есть бальзам мгновенного увеличения губ, то есть вы наносите его, идет такой приятный покалывающий какой-то эффект, как будто перчиком губки натерли, да, такой какой-то необычный, и они действительно становятся более объемные, и цвет губ становится более интересный, такой прям привлекательный. Отбеливающий карандаш для французского маникюра, тоже классная штука, очень надолго хватает. И можно просто прокрасить кончики ногтей с внутренней части, покрыть ногти прозрачным просто каким-то закреплителем, укрепляющим средством, если вы хотите ногти подлечить, чтобы они выглядели ухоженно и чистенько. И также можно пройтись беленьким вокруг кутикулы, то есть у вас станет вообще просто классные такие ухоженные ногти, шикарные. Так, подводка для глаз Giordani Gold, это тоже маркер, очень удобный, у него скошенный уголочек, то есть он не просто как фломастер, а у него идет скос, срез такой, благодаря этому удобно очень красить. Потрясающе много мультифункциональный CC-крем, у него солнцезащитный фактор 35, вот я сейчас как раз таким пользуюсь, он, кстати, в каталоге намного дороже сейчас стоит, вот я себе приобрела. Он настолько классный, вот просто классный. Действительно, это редкое сочетание, чтобы тональный крем был с таким высоким солнцезащитным фактором. То есть, да, на это нужно обратить внимание и свое, и клиентов. Есть несколько блесков, но это на ваш вкус. Очень вкусные блески, кстати, в Oriflame. Просто потрясающие. Несмотря на их простую упаковку, да, такое вот яркое, смелое решение, они настолько качественные, что даже взрослые женщины себе берут с удовольствием и кайфуют от них, потому что они не липкие, очень приятно лежат на губах, дают классный цвет и, самое главное, аромат. То есть у них очень стойкий, приятный аромат, который прямо чувствуется и сама чувствуешь, и чувствует, да, тот, кто находится рядом. Очень актуально на лето матирующая пудра «Лучшая подруга», фарфоровая куколка. Ее можно носить как спонжиком, который предлагается, также и кистью воспользоваться. Да, самое главное, матирует надолго. Далее, здесь интересные антивозрастные капсулы для взрослых девушек уже, да, 45+. Это дорогущие просто такие масляные капсулы. Смотрите, они стоят всего 1199. Аналогичный продукт в магазинах стоит от 3000 рублей. Это шикарная просто вот помощь коже, как сказать, да, если хотите побаловать свою кожу, и чтобы она действительно омолодилась, разгладилась, а летом это особенно необходимо, потому что вот эта вот жара, да, и постоянно потоотделение, кожа истощается, ей не хватает питания. Ну и вот капсулы эти будут прекрасным подспорьем. Очень простой крем для лица, витаминный уход, несмотря на его такую низкую цену и простую упаковку. Крем достаточно популярный, его любят девушки. Он очень классно подходит аллергикам, то есть у него не слышала, чтобы была вызывалась аллергия у кого-то. У него такой приятный аромат, такой нейтральный, очень тонкий. Самое главное, да, сам говорит себя, витаминный уход. То есть хотите дать коже витамины, то за такую цену можно, да, спокойно всю зону декольте или личико, да, прям с удовольствием побаловать. Тоник для лица ромашка, он успокаивает, он больше подходит для нормальной и склонной к сухости кожи. Классненький тоник. Мои любимые салфетки, очищающие с чайным деревом. Настолько классные салфетки, вы не представляете, это огромная упаковка, тут не видно, она такая толстенькая, большая, нам хватает всегда одной упаковки на путешествие, то есть мы всегда в дороге, все, вот одной салфеткой можно буквально искупаться, то есть обтереть все тело, да, если нет возможности искупаться, то есть если вы едете там далеко, то с собой прям одну-две пачки, в зависимости от количества людей, взять, и вы будете очень довольны, потому что подобного качества я не встречала. Вот как-то они у нас закончились, я брала в дорогу в магазине, просто купила какие-то детские салфетки. Ну, разница небо и земля. Конечно, они, может быть, не дешевые, но они того стоят. Да, 199 рублей, со скидкой получится 160, вообще прекрасный ценник. Далее, очищающее молочко, олива. Также для
обладательница спокойной кожи, да, склонной к сухости. Один из моих любимчиков – бальзам для губ с оливой. Вот сейчас он тоже пользуюсь всегда на ночь, наше утром, днем, когда дома, да, губкам всегда нужно тоже давать питание. И летом не очень хочется пользоваться какими-то плотными помадами, и иногда это просто не актуально. А блеск, он, бальзамчик такой, он всегда нужен. То есть он дает такой легенький блеск, приятный, очень шикарно питает губы, прям шикарно. Далее есть вот мини-версия лака для волос, тоже прекрасно в дорогу, или если вы редко пользуетесь лаком, чтобы он не пропадал, да, лучше взять мини-версию, да, прекрасный вариант для себя. Так, и так началось тоже одни из моих любимых средств, это спрей автозагар для тела. Если у вас нет времени загорать, или вы не любите, или вам нельзя это делать, то однозначно воспользуйтесь этим автозагаром. Вы знаете, я сколько пробовала за свою жизнь автозагаров, потому что я обладательница кожи, которая очень тяжело загорает, и я действительно понимаю, что загорать много – это вредно. Я пользуюсь постоянно этим спреем. Вообще классная вещь. Что самое главное, это хорошо отшелушить кожу, хорошенько прямо, да, размягчить, отшелушить скрабом, промокнуть ее полотенцем, нанести. И желательно, да, можно какой-то губкой распределить, да, взять плотную губочку, растереть. Или быстро рукой и ладошки хорошо помыть, потому что, да, он, если на ладошках питается автозагар, проявится, потом у вас будут такие рыжие ладошки. Что мне понравилось, у него бронзовый оттенок. То есть, в отличие от всех ранее, которые были, они давали все-таки какую-то рыжину. Этот вот не отличишь от оригинального загара. Действительно, бронзовый, такой тоненький загар получается красивый. Мы даже на море ехали, и чтобы не пугать всех своей синюшной кожей, я сначала вся была в бронзаторе в этом автозагаре. Потом потихонечку он смывался, и появлялся загар от солнца, от моря. И когда, да, и как-то не было заметно такого резкого перехода. Кстати, кожа так сильно не сгорает, если вы сразу пользуетесь автозагаром. Шикарная линейка солнцезащитных кремов. Обратите внимание, что SPF 50, он не так часто встречается, и очень хорошая цена, всего 479 рублей. Я считаю, это просто, ну, самый низкий ценник, который вообще возможен. Если у вас кожа, действительно, ей нужен щадящий такой загар, да, такой классный, то это однозначно 50. Так, вот тут у нас какой-то сбой системы, непонятно, двухцветные тени или солнцезащитный крем, поэтому без комментариев. Но если будут тени пробиваться, то однозначно это двойные тени двухцветные, шикарного качества, с потрясающим атласным таким блеском, классным. Далее, лосьон для рук и тела с лимоном. Вы знаете, вот честно, когда я взяла эту серию, я просто обожаю все цитрусовое, особенно лимончик, апельсинчик, это мои любимые фрукты, грейпфрукт еще. Вот когда только вышла эта серия, я, конечно, взяла в ней три продукта: гель для душа, жидкое мыло и лосьон. Вот лосьон, я могу сказать, что я ничего никогда подобного не пробовала. Он настолько восстанавливает кожу, что после применения этого лосьона она становится просто какой-то необыкновенной, как будто бы отмотали 10 лет назад, да, и хорошо попарилась в баньке, да, смягчила там медами, веником попарились, все. То есть кожа становится настолько обновленной, молодой, красивой, что вот, ну, просто, да, нет слов. Потому что здесь входят натуральные масла лимона и вербены. Можете погуглить, насколько вот вербена благоприятно влияет на кожу, тело. Но это просто вот роскошь. Вот это называется «прикоснись к роскоши». Если вы действительно хотите побаловать свою кожу, то разоритесь, да, и просто вот бухните в себя этот такой капитал 499 рублей минус 20%, ну, получится где-то 400 рублей. Но что я хочу заметить, тут большой объем, 300 миллилитров, по-моему, или 350 даже, ну, прям большой такой флакон. И что мне очень понравилось, что он с дозатором. Благодаря этому расход настолько маленький лосьона, и он очень шикарно распределяется по коже. То есть у него расход намного меньше, чем крема. То есть получается, что вы за эти же деньги купили бы себе два бочонка крема, да, и не получили бы такого кайфа, как от этого лосьончика. Вот просто возьмите, попробуйте. Ну и вдобавок себе гель для душа, чтобы это было в паре. Безумно красиво смотрится в ванной на полочке. Настолько дорого и роскошно, что просто слюнки текут. Тут же есть очищающие влажные салфеточки. Ну, честно, такие ни разу не брала, но думаю, будут хороши, потому что это серия нежность. У меня такой есть для
как это, чистка для рук в флакончике из этой серии. Классно пахнет, с удовольствием пользуемся. Шикарный дезодорант, антиперспирант, аква... Активель, именно вот серой крышечкой я больше всего люблю. Но я больше люблю в шариковом варианте. Вот. А мама у меня всегда берет вот такой, наоборот, ей нравится распылитель. Вот именно в серой упаковке он не оставляет белых следов на черной одежде. И есть такой же вариант с пудрой хлопка. Далее, шикарное мыло «Морское путешествие», гель для душа «Знойная Танзалия», тоже по прекрасному ценнику. И пошли парфюмы мужской. Вот здесь я что могу сказать? Нужно, конечно, желательно... тестеры использовать. Да? Я вот Flamboyant плохо знаю аромат, зато прекрасно знаю Giordani White Gold. Это очень такой свежий, прохладный аромат. И вся серия Giordani Gold отличается стойкостью. То есть это очень стойкий аромат и очень дорого звучит. Аскендант, да, Аскендант, если правильно называть, это очень такой аромат мужественный, такого сильного, властного мужчины, который, да, вот за ним как за каменной стеной. У нас есть вот друг, который пользуется только Аскенданта, когда он по хорошей цене, он берет их буквально там 2-3 флакона, то есть, чтобы всегда был запас. Это вот такой вот классный аромат. Love Potion – это сексуальный аромат, да, в него входит там состав белый шоколад, который гипнотизирует мужчин, то есть больше этот аромат, ну, тут даже по флакону видно, что, да, от него пахнет свиданием, да, вечерним романтизмом, то есть этот аромат, конечно же, лучше использовать именно вот по назначению, да, то есть это не дневной, это не рабочий вариант однозначно, да, это можно... использовать именно в нужное время, в нужном месте. Легенд, достаточно интересный аромат, такой более молодежный, я бы рекомендовала для более такого динамичного молодого человека, тоже достаточно мужественный. Далее у нас идут тональная основа Зеван, нейтрально-оливковый, приятный цвет на коже дается. Ой, какая цена, 279 рублей, потрясно просто, надо брать. Я, кстати, вот хорошо, что увидела, потому что я сразу не заметила, что такая цена. Прекрасный цвет, то есть он такой не бежевый, он не дает желтизны, он дает приятный оттенок, как будто вы немножечко загорели. Да, красивый, классный цвет. Вот как раз тени. У нас несколько оттенков, но это вы на свой вкус выбираете, на любителя. Могу сказать с огромным удовольствием, прям с низким поклоном вот к этому средству. Это пляжи Майами скраб для тела. Его можно использовать довольно-таки часто. Это не просто скраб, это гель-скраб. В нем не так много отшелушивающих компонентов, чтобы его запретить там на каждый день. То есть, если жара и у вас, да, вот хочется очистить хорошо кожу, то прям можно каждый день. У него такой сладкий-сладкий, такой вот прям фруктовый-фруктовый аромат. Он такой вкусный, его хочется съесть и съесть себя вместе с ним просто. Просто супер. И дезодорант Excite. Кстати, Excite это вообще любимчик у женщин, у мужчин. Но больше он, конечно, подходит мужчинам такого до 30, наверное, лет. То есть это такой еще достаточно молодой тип, да, такой бодрый, динамичный, еще ветреный. Да, любимчик девушек, да, и очень прекрасный ценник тоже на эти спреи. Giordani Man, это уже даже по названию вы понимаете, Giordani Gold Man, то есть это, да, мужчина состоявшийся, зрелый, очень такой деловой бизнесмен, покоритель женских сердец. И завершает наш обзор, это база под макияж Giordani Gold. Вы знаете, это, как я вам могу объяснить, это как будто бы вы идете в белье или без белья. То есть, да, всегда одежда все равно красивее смотрится, когда вы оденете белье, да, особенно если это, да, что-то такое, ну, деловое, да, вы не можете одеть без белья. То же самое база под макияж. Что она дает? Она дает великолепное выравнивание кожи. И когда вы наносите тональную основу сверху базы, то получается такой эффект, как будто тоналка растекается по лицу тонким, идеальным слоем. Как будто бы кожа изнутри просто подсвечивается так,
как будто она такая дорогая, роскошная, как с обложки журнала. И самое главное, что действительно макияж держится намного дольше, он смотрится более эффектно, великолепно. Вы знаете, вот вроде бы непонятно, маленькая капелька, да, это белый кремик такой базы под макияж. Я когда первый раз попробовала, думаю, какая-то ерунда. Но я когда увидела эффект, я тестировала его на разных девушках с разными типами кожи, разного возраста. У всех был восторг. То есть я делала на одну половину лица основу, сверху тон, накладывала на все лицо и давала зеркало. И все ахали. Особенно это было заметно у обладательниц жирной кожи, у которых очень широкие поры. То есть даже если просто нести базу под макияж, то кожа сразу становится более матовая, да, она матирует. И самое главное, что стягиваются поры, то есть кожа выравнивается, у нее появляется сразу более холеный вид. У меня даже есть знакомые, которые берут этот крем, да, базу под макияж, даже просто не пользуются сверху тональной основой, а кидают базу, немножко пудры и побежали. То есть это такие динамичные девушки современные, которым вообще некогда краситься, некогда там все делать, а база их спасает, потому что лицо смотрится более ухоженным, холеным и быстро. Самое главное, это быстро, на лету. Вот. Благодарю вас за внимание. Желаю вам уже завтра классных покупочек. Смотрите, как у вас много, да, возможностей появилось за более такую приятную сумму приобрести себе море продукции. Классные просто. Используйте эту возможность. И я вам рекомендую уже сегодня прям положить в корзиночку то, что вы себе хотите, и завтра уже прям в 10 утра стартануть. Потому что быстро некоторые продукты, тут же нет такого, что безгранично, да, на некоторые продукты есть ограничения. Поэтому лучше возьмите сразу, прямо сегодня уже раскидайте всем эту ссылочку, чтобы все выбрали, наметили, что они хотят, и будет с вами красота и счастье вместе с Oriflame. До новых встреч, пока-пока!